Для тебя как мне получше поехать? По прямой. Обратно, наверное, я поеду, как ехал. Ну, да. Через эту, как она, Защёкино или как она? Вот, до светофора и Ворку направо. Да ну нахуй. Это долго. Да, а что, ты со мной не поедешь? Не. А камеру хорошая? Пошли покажешь. Ну, понятно. Блять, надо было это. А ты у Бори белые покупал коленвалы, да? А-а-а. Хорошие. CG7. Со стабилизацией? Да, там все, полный бутылок. А, антишок. Гиро. Ну, нормально. Да, только себя насчет работы выполнишь. Угу. О, будешь меня фотографировать. Надо сначала поменять сюда. Поменяешь. Да, не, такой уже нет. Надо другой подешевле. Возьми подешевле, да. Да, я не буду это, да. Потому что, во-первых, она новая больше 12 стоит. Ага. А выше версия уже 15. Понял. Все, я сейчас сюда наверх. Чик. И там. Да. А я по прямой на своей руке. Да. Ладно. Все, я как-то не съезжу. Не видел вообще лежачего. Нифига себе, я скаканул. Хорошо медленно ехал. О, спасибо, братан. Со светом еду медленно, вообще там 50-40. Один хер меня никто не видит. Короче, коленвал я купил на Юпитера. Ну, два, левый и правый. Черный купил на втулках. То втулки не лезли, мне продавец развернул, теперь они болтаются. Ну, похер, короче. Вообще похер. Там один комплект черных клинил этот. Шатуны клинили. На другом комплекте что-то там еще какая-то залупа. С белые коленвалы тоже там прослаблены под подшипники. У второго там этот сепараторный не лезет. Палец вообще клинит. В общем, блять, брачье одно. В общем, как-то
как-то неинтересно это все получается. Хочется пульнуть-то хочется, вот, а это с номера не замазаны, номер задний, короче, в общем, так вот едешь как обосратый. Блять, что такое, сука? Среднюю дорожку сделали по бокам залупа конская. Телефон хуячит мне. Музыки нету, блядь. Музыка нас связала. Музыка жизнью нашей стала. Туда-сюда, а музыки нет. Что же мне делать? Ню-ню-ню-ню-ню, мотор. Ню-ню-ню-ню. Пошел, блядь. Пошел, нехуя, блядь, дристать тут. Дрищите, сидите, блядь. Шестерки, по какой ты полосе едешь? Сука, курва. Залупа конская.
сальники. Да я знаю. Мы сальники вдвоем. Понятно. Я Лёха. Я понял. Лёху попрошу, он заедет, заберет. Ага. Спасибо, все. Алёшка видеоблогер. И как ты? Забыл я сальники и прокладки. Ты же купил. Я забыл их положить в пакет. А? Обалдеть. Заедешь, заберешь у них туда. Ну, если будет возможность. А если будет, то там сюда ага. Ну, не будет, может, завтра, там, послезавтра. О, а только ты им позвонишь, скажешь, что я... А я стою на выезде уже с этого, с Защёкина на эту, на Макву. А, я видел тебя на северо-западе, ты уходил налево, а я прямо понял. А, ясненько. Понял. Ну, все. Да, ага. Все, пока. Где мои 17 лет? Ха-ха-ха. На металлолом посмотрим, может, что там что есть.